бы вам одну историю рассказал, ебать, на них, вы потом это по нарезкам пустите. Короче, ладно, расскажу. Альфердо. Итак, свежие события, горячие новости, желтая пресса. Литвин ударил болельщика. Болельщиком оказался фанат трибуны ЦСКА Маугли. Я не совсем умею пользоваться этим приложением. У меня новое приложение. И снимает, которое в супер крутом качестве, если вы не заметили. А что с камерой? А что с качеством? Трима нахуй. Можно понюхать? Герой, скажи, а скинь на реалити, он скинет базар. Вкусно. А что, сейчас на Твиче все ИРЛ фермеры? Ой, тоже вкусно. Спасибо. Чё, я спросил, она сказала да. В чём проблема? Я чё не так сделал, скажи? Ну, не, всё правильно, всё все правильно. Нихуя себе батоны, блядь. Девушка, ещё раз с такой фигурой выйдете, мы просто попадаем здесь, понимаете? Идеальная фигура, мы вообще прям... Жмём руку, реально, вам умничка. На неё ёбаный в рот, блядь. Молодцы, ну просто не выходите, потому что сердце ёкает, там, понос, ещё, всё. Я уже не так со всех сил уже держусь, девушка. На этот дом посмотри. Бог. Просто посмотри на него. Это дом? Да. Да, папа. На его треки, я его треки ебал. Он почему страдает по кому-то постоянно, по музыке, если так взять? Просто посмотри на это. И когда его вижу, у меня, ну, мне становится дискомфортно жить. О, это я смотрел. Ай, а, чуть-чуть, так. Как это называется пуля? Сквозная? Или как? Задевочная? Ну, короче, вы поняли. Спасибо тебе, моя полненькая ласточка. Ебать, ты видишь, да? А чё оно резко так пропало? Ты идиот! Блять, мне нужны Bluetooth наушники, вот такие. Это что они за наушники? Отстал! Так, Серёг, у меня уже, что, два ассиста. Что там это без трусиков опять бегает? Ну, так это сейчас правду сказала. Ой! Прям при... Где без трусиков, на? Так, Серёг, у меня... Так это сейчас правду сказала. Ой! Прям причём вообще полностью. Ой, Серёг, ты что, я видел голый? Прям сейчас вот смотрю голый. Она же чья там будущая мать. Ну. Да-да, премия Slay будет в декабре, пацаны. Вот мы сейчас буквально на днях будем снимать уже ролик анонсирующий для премии. Полноценный анонс, поэтому ждите. Блять, я... Так. Есть догадки, вот что мы можем выиграть? Или хотя... Или каждый по отдельности, или вместе. Что мы вообще... В общем, можем выиграть. Склад года есть шанс выиграть. Все. Блять, если мне не... Я уверен... Подождите, вот... Туда слушаем, слышишь ты вот этот, который с повязкой на голове, ты. Бустер, блядь. Шип года я забирал, нахуй. В этом году очень грандиозно, все красиво будет. Нихуя себе, блядь. Блядь, вот нахуй так качаться, я его рот... Ну, я нет. Мне интересно, вот они же бронзой себя мажут, да? Вот-вот, он бронзу, да, себя мажет специально? Он, а он? Ничем не засвечу? Нихуя себе батоны. Она очень короткая. Я, кстати, видел, ебаный Марк меня опередил, я тоже хотел костюм Бэтмена себе заказать. Крыса ебаная, взял. Купил костюм Бэтмена и на стриме оделся. Что за звуки? Мы не реагируем на женщин, мы только реагируем на мужчин. Ладно, я не боюсь. А стоило бы. Сука, откуда? Shh.
На самом деле снимаю шляпу перед... Мне в детстве сняли шляпу. Это во-первых. Во-вторых, а что сейчас мода на косплей пошла? После чего? Откуда это вообще? Все делают, блядь, косплеи. Косплеерами низкий вам поклон? Я на пешеходке стою. Сорян. Извини, клоун. Ладно, нормально. Простите. И вперед. Вы шикарно двигаетесь. Я такой, как вы, еще ни с кем не видал. Вы элегантны. Посмотрите. Как зовут вас? Людмила. Арфон. Очень приятно. Здорово, шмара. Серега. Как у тебя дела? Ты еще шмара. Мотивацию запоздать. Короче, ну-ка, я пошел спать 3 часа 30 минут 2. Здоровья тебе, счастья и любви, шмара. Делай сброс, 52, 25. Ты мне что-то зачитывай периодически. О. Хорошо, все просят Монику только. Можно? Я не пойму. Показывай. Моники, давай. Так, смотрите, Моника, в принципе... Нихуя себе батон. И без пробега пока. Масло... Так, лоб. Так, подбородок колола, лоб колола, губы колола. Хуй, я уже, блядь. Это у меня старость, да, такая? Я уже во все это сразу, блядь, все определил, охуеть. Она много не ест. Бензин. Она уже у батечки. Реально? Бензина тоже не требует много. Поэтому все хорош. Уф, уф, уф. Уф, уф, уф. Понятно. Тут еще пока Монику спрашивают. Бля, они что, все напросили? Как Егор Крид теперь стримить будет на камеры? Можно перевести. Егор Крид пиздец, как американский стример стал. С двумя камерами ходит. У него режиссер что-то переключает, бля. Пиздец. С охраной ходит. Я в охуе, бля. Ну да, пока. Давайте пока. В паузах будем Монику Привет. Показывать. А что говорить? А ничего. А тебе не надо ничего говорить. Правда? Они просто смотреть тебя хотят. Все. Ладно. А нет, так оно надо вот качество. Так просто, оно легче. Ничего, я тоже скоро сделаю стрим, я тоже охрану возьму, камеры профессиональные, сосете у меня. Снимается. Как легко сняла. В одно движение прям. Трусики я также с ним растягиваю. С меня? Да. С таким же скрипом. Пледик. Плед Гуччи. Блять, да как же я его хотел. Плед Гуччи, думаю, боженька. Да кто б мне подарил бы 6 чашек и плед, чтоб я, знаешь, сидел бы. Под... Ёб твою мать. Бля, ну плед Гуччи, если честно, бомба. Как же хорошо под пледом будет. Ну ты чувствуешь разницу между... Чувствую разницу. Очень качественный плед. У меня Зары почти такой же даже цвет. Очень качественный плед вообще. Ребят, всем рекомендую, когда некуда въебать. $20 надо купить. Сколько? Вот у вас будет выбор, квартира либо плед. Плед берите, конечно. Моя, почему мой кактус вот так не может? Можешь ему музыку включить, он так же танцевать начнет. Ну покажи, как ты танцуешь всем. Ваня, ты не кактус. Охуен. Руки за спину. Руки за спину. Ваня, ну что ты делаешь? Я тебе сейчас... Ну иди сюда. Тебе сейчас как отсосу? Ваня, ты чё хочешь? Бля, они очень классная пара. Я не верю, что они могут целоваться даже, бля, буду. Иди отсюда, Вань! Придурок. Надеюсь, там сисечки. А, накладные, гадюка. Бля, Дина. Бля, тоже, запятая Дина. Сука, Дина, какие накладные сиськи? Что нечестного? Ну, подожди. Насчёт, ну, вот к этой же... Это сейчас так, это что стримят люди, я так и не понял. Аналогии, если у меня есть... Что там было, ИРЛы? Банан, а у тебя нет банана, но у тебя же есть корнишончик, так используй его. Что плохого будет? Классик, пока хлеба нет. Кто мне донатит? Покажи ножки. Показать ножки?
Вот у Глеба своя атмосфера стримов. Я за слова отвечаю. Я когда к нему захожу, я такой думаю, кто эти люди? Кто это? Его смотрят, типа, много. Я захожу, его там 9 тысяч человек. Думаю, о, что там интересно? Захожу, а тут неизвестные люди мне. У него очень своя атмосфера на стримах, знаешь, такая. Ножки, вы можете просто в файловый круг играть? А, донатеры? Да нет, Глеб, я не расстраиваюсь. Я бы хотел бы тоже такой стрим сделать. Я когда-нибудь доживу до этого момента, когда сделаю стрим вот такой же. То же самое, только здесь будет сидеть Глеб, а здесь будет сидеть Адольчик. Блять, это будет лучший стрим в моей жизни, блять, клянусь. Он у тебя, блядь, справа Пушкин сидит, нахуй. Сейчас стихи будут рассказывать на левую бабу вот эту. Ладно, извините, женщину, вумен просто, как там по-другому, не знаю. Я с ними не общаюсь, а если с ней... Адольчик, иди сделай переговор с Гледом, давай я тоже вам сделаю. Ну, Глед не захочет, но именно с вебками. Ты тоже надо будет рассекатиться, тебе крыса ебаная. Малолетка, блядь. Встречусь, нахуй, я заплачу, сразу говорю. Я их обхожу стороной, нахуй. Разговаривал только, когда с роддома вылез, наорал на всех, нахуй, баб, которые меня принимали, нахуй, акушерки, блядь, и все. Ну, Глеб, ну, чат, да? Я сейчас с ума сойду, нахуй. Я сейчас... Так, все, успокоились, все, давайте. Хорошо, я делаю стрим с виперами со своими всеми. Дуги, Колдмира, Адольчики, блядь. Долбы, все, кучка, банду беру, Дифурти, блядь. Вот так, и в свою игру их запускаю, нахуй. Какой? Какой торт? Алло, извини, извини, Киру. Так, next. Провожу денежный приз. 1000 рублей! Круто? Нет, я не согласна. Почему? Ну, ему, может, и пусть 1000 рублей будет. Там я не согласна. А вы что хотите? А когда свидание будет? Я вообще на свидание звала, а тут какой-то биф. Вот вам свидание с шоколадом, вот вам с шоколадом свидание. Вот вам... Мне не нужен! Вот, блядь, организовала вам свидание с шоколадом. Чё нет-то? Чё нет-то? Да я не люблю его! А кого вы любите? Ну а кому я донатила? Дура грёбаная. Иди вперед! Иди, моя кутька! Кутечка, беги, кутечка! По дороге, кутечка, беги! Давай, кутя, давай, кутя! Огр, что с тобой стало? Тонну весит уже. Давай, кумой, мой мамай, молодец, посылай, давай! Это я проехал. А мне Егор Крид писал. Я клянусь. Вот смотрите. Блять, вот поэтому нельзя писать. Я поэтому никому в Инстаграме не пишу. Посмотри. Егор Крид. Он сказал, я не буду. Тихо всем. Какой у вас... Эти? Блять, сука, батоны. Это 13 подписчиков. Как у вас? И у меня нет инсты. Снизу черточка. Писал. Так, как у вас инст-леди? Клянусь, смотрите! Вы все! Какой? А, это, наверное, блядь, какой-нибудь... Я думаю, это не Егор Крид писал, а какой-то менеджер его, который вел... Тикток видел, скорее всего, да? Пиздец, блядь. Я думал, это Инстаграм, это Тикток, ебаный нахуй. Поняли? Он мне еще вот все писал. Осуждаю. Осуждаю Егора Крида, осуждаю. Нихуя. Что за херня? Где динозавр? Пиздец. Я, короче, у меня случилось небольшое ЧП. Приходит... курьер, ну то есть протягивает мне доставку. Я тяну руку, у меня спадает бретелька и чуть-чуть оголяется сиська. Mm-hmm. Я такая, я немного охуела. Это подойдет как чаевые курьеру, блядь? Это вообще пиздец. Я пошла сейчас поправлять. Я думаю, какой ужас. Почему Валёк ушел? Куда Валёк ушел? Ты как тут оказался, узбек? Ула, узбек! Валёка хитрая. Мэм, мисс, I want spend this evening with you. Понимаешь, что я сказал? Слышишь? Ты так приятно рассказываешь. Я тащить начал.
Это мой бро. Ну, вы как будто с окопов смотрю на вас. Ты что? Не рассказывал, какой был эффект столкновения. Я просто один раз была на картинге, кучка, да, на мини-машинках, вот этот Black Star. И там мне, ебать, в жопу заехал десаут. У меня там такое сотрясение мозга случилось. У меня реально просто как будто мозг отделился, поболтыхался, как огурец в банке внутри черепа. И все, меня хандрило весь вечер тот. Смотри, смотри, в мамбл, смотри. На-на. Дальше что, смотри, смотри. На-на. Смотри сейчас, смотри сейчас. Готовы? Ой, блядь. Сэм, ты чё, тебе настолько делать не было дома, что... Стой, готов. Готов, смотри. Бля, ну ёб твою мать, ты что? Не смотри. Бля, хорошо. Убери это, да, убери это. Убери это! А Ункер про Лунуси. Ну-ка. Блядь, а я... Нет, брат, я слышал, что он рампе. Лучше бы я Лунаси купил. Да нет, это не в тебе проблема, это в ебаных лоджитеках парашных. Просто, брат, у меня звук был, что он... Мужчин, блядь, мой любимый стример, нахуй, Аункер, блядь, официально. Раска? Я так много хв... Я... Ладно. Я сделал такую тебе рекламу Лунаси! В ТикТоке 1 000 000 просмотров! В Ютубе 1 000 000 просмотров! Меня почему не похвалил?! Как будто я играю. Притаился? Бля, фу, какая говно игра, блядь. Нахуй в неё все играют, блядь. Такая параша. Купи АВП, Энджел. У тебя бабок до хуя. Купи АВП. Ублюдина, купи АВП. Спасибо. Ой, извини, блядь, я думал, ты... Извини, пожалуйста. Просто понял, у Дедлока проблема есть. Есть КС. Пока КС живой и Валорант живой. У Дедлока нет шансов. Нету шансов, понятно. Она будет всегда на третьем месте, всегда. Она до сих пор на третьем, она до сих пор... Вот на первом КС, на втором Valorant, на третьем Deadlock. Она никогда не будет на первом месте, никогда. Этого не случится никогда. Извини, блядь, я думал... Даже Warface, блядь, популярнее, чем Deadlock. Ну ты... Извини, пожалуйста. Брат, не стой, брат. У Dota есть, нету конкурентов. У Dota есть... А нет, ладно, есть конкурент, это LOL. Падали был. Но она совсем другая. Бля, консоль открылась. Это как КС и Валорант, понимаешь? Но Deadlock это ни туда, ни сюда, это просто в просаке остался. Понимаешь, Deadlock, Dota это как пизда, ну, вагина. А Valorant это как анус. Нихуя, что я нахуй сказал. А вот КС также вагина, а этот Valorant это анус, а вот Deadlock это просак ебаный. Программировал, случайно. Нихуя себе кондиции, бля. Хорошо, бля. Лучше... Домой, спать. Пиздец. Клип за щит, мадфака! Сейчас проверим. Проверка на стрим снайп называется. Один мид слышу. О. Ебать, дед, ты чё ебанутый, нахуй? Снайп называется. Один мид слышу. Вот, друзья. Вот он так. Притворяется, что он играть не умеет. Я вам... Ну все. Все, третий левел. Третий левел. Спасибо за поздравление. Спасибо. Сюда! Все. Здравствуйте, а вы модель? Алло, это мои девчонки с Апшеронска, Полина. Ну, в смысле, малые, понял, с Апшеронска мои? Ну, типа, малые мои, как это вам объяснить? Есть малые пи***ки, которые с детства знаешь, а эти малые... Вы чё? Надеюсь, за них не доебаться. Выглядите как модель. Только как будто либо модель... Ей 18 лет, кстати, если чё. Либо модель.
Не надо, не надо, пожалуйста. Что угодно, не нужно, они, блядь. Либо. Вах, на них. Девочки, а я за вами, пойдемте. Смотрите, что мне нужно от вас на стриме. Во-первых, смотрите, что нужно на стриме. Во-первых, так как вы... Да, во-первых, так как вы хорошие. А это ваши? Хорошо, что вежливо попросил. Сейчас бы постелил бы. На все кондиции, блядь. Я видел, как ты меня за жопу трогал. Серьезно? Это мальчик. Ты чего осуждаю? Это мальчиками? Со мной? Они сами знакомятся. Слышишь, что она сказала? Она какая хорошая. Краснодар очень, блядь, пиздец стал. Знаешь, там разврат и секс везде, блядь. Все хотят там. Хотя. Боже! Я не думал, что мы будем видеться дальше. Ебать, что? Не-не-не, некрасиво, некрасиво. Давай, 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 Саня. Тихо-тихо. Все, Саня, отбой, Саня, отбой! Здравствуйте, девушки. Ну вы тут одни отдыхаете или с молодыми? Мужьями. С молодыми мужьями. Да. Простите, да, хорошо. Вы очень хорошо выглядите. Не умеем, но мы пытаемся. Осуждаю. Открывайте. А? Да, был, поехали. Давайте, девчонки, обнял. Все, да, хороший вечер, а мужьям привет. Красноармейская не меняется уже лет 20, нахуй. Я в Краснодаре не занимаюсь сексом, не знакомлюсь с девушками. У меня реально, вот вы подбите, но я не гуляю, мне не, ну, я даже не палюсь, я в кепке хожу, в капюшоне, я не, даже не встречаюсь, даже кофе не пью с девочками. Я один раз за столько, я не знаю, за года два пошел с девочкой. Как? Я не пошел с девочкой, я пришел кушать, завтракать. И знакомая девочка на Ауди, вот эта, которая, она там была. Я говорю, о, садись, говорю. Типа, вместе, мне скучно, пацаны спят, блядь. Как обычно, до 3 часов. Она со мной сидит, и нах со спины сняла девочка в ТГ какой-то. И этот кружок разлетелся по всем телеграм-каналам. Дальше. Я не на днях, позавчера, подошел, знакомая с Абшуронска с ребенком гуляет. Я к ней подошел на Тургенева. 2 минуты с ней поговорил, теперь к ней подходит на Тургенева, молодежь, вот это малые, и говорят, о, привет, ты девушка Равшана, ну вы что, ебнутые? Я не могу, нахуй, двигаться, блядь, в городе, ни в каком, я ничего не могу делать, я захочу, если с девчонкой пойти куда-нибудь в кино, я не смогу этого сделать, мне нужно будет одевать. Да, блядь, ты спали, че вы ржете? А Самбек, ты сегодня ел? Сосал. Да. Осталось 5 секунд. Просто женись и все. Вот я женюсь, ну а вдруг случайно подругу какую-то встречу и захочу с ней просто поставить поговорить. Что мне делать на? Билет от мочь! Хорошие. Одного Мансур зовут. Запрещать герои. Вот. Тоня, укуси меня! Рося, помоги, сука! Мне сейчас вы... Я бы вам одну историю рассказал, ебать, на них, блядь, вы потом это по нарезкам пустите, потом мне будет, блядь, паха меня будет хуйсосить, что я хуйню всё рассказываю. Все, да. Давай себе кондиции. Хау, 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 хау. Короче, ладно, расскажу. Я никогда не был у... Я за 30 лет ни разу не был у этой. Ну, у девушек по вызову. Ну, не был ни разу. Вот так, я не хотел ходить. И мне на день рождения пацан говорит, давай я тебе, блядь, подарю на день рождения. Блядь. Скорт, блядь, дорогой, 20 тысяч час. Блядь. Я говорю, ну, ху, блядь, давай.
Бля, я не хочу это рассказывать, слишком много людей смотрит, не хочу. Шейкдаун. Да. Здорово, Глеб. Здорово. Хорошего, конструктивного. Кения, твой рот еб***ного позитивного стрима. Скажи спасибо. Спасибо, если целовал тетки Морфи. Пошел нахуй. Осуждаю данное высказывание, не поддерживаю. Вы спросите, для чего Моника здесь? И короче, ладно, быстро. Я переписываюсь с этим менеджером. Я смотрю, менеджер очень странно пишет. А я рассказывал, по-моему, это. На более узком кругу, по-моему. Очень странно мне отвечает. И мне странно отвечает. Это странный диалог у нас, знаешь, какой-то. Я, блядь, не понимаю, почему она так общается со мной. И я вот так дохожу до двери. Говорю, я пришел. Она говорит мне, знаете что? Менеджер этот. Она или он, я хуй знаю. Там же непонятно. Давай. Как горный баран только такой. Я такой, ебать. Вот это да, конечно, блядь. Ну понял прикол этот? Как горный баран буду ебать. Вот этот прикол. Бля, я уже понимаю, что не так. Я захожу туда, она такая сидит вот так, телефон. Такая, можно я подруге кружок запишу? Все, у меня сразу же падает настроение, я говорю, блядь, какие кружки, че ебанутая? Все, блядь, я блядь, по 10 минут там побыл, сказал, короче, давайте. Нахуй. Она говорит, не рассказывай только менеджеру, что ты ушел, ты меня там подпи. Я говорю, мне похуй, все, до свидания, ничего. Я больше никуда не хожу, ни в ваши драки, никуда не хожу. А, ну, все. Убит. Вы не видели, да, что там написано на пакете? Что там было подписано? Покажите. Вы спросите, для чего Моника здесь? Никита Ефремов. Убит. Блять. Вы не видели, да, что там написано на пакете? Им нахуй не надо. Да, говоришь или больше. Подарите мне что-нибудь. Чё, это что? Он везде свою рекламу ставит. Мне похуй, мне подписчики за это подарки прислали. Понятно, я распаковку делал подарков подписчиков на. Даблин, нахуй. Вот, в подарке сижу. Гандон, блядь, очкастый. Слушай, ну они, походу, богатые, потому что тут два пакета. Tiffany & Co. Пакет в пакете. Пакет в пакете?! Да, и не просто, ну, Tiffany прям, понял? Ебахес расщедрился. Спасибо большое. Покажи, что там, что там, пакет что там? Пакет в пакете, блядь. Как красивый пакет. Так, ну подожди. Это моей маме, она блядь, такое коллекционирует. Это же брелок. Брелок на пакете? Да. Ниху... себе, блядь. Это, наверное, что-то... Это дорого, да? Бей на Таобао сколько? Тарелки? Бля, сколько стоит? А ну чекни в Тао. На телефоне. Там сейчас 20 юаней. Я не хочу. 20 юаней? Не, мне просто интересно. 180 долларов. А, рублей? А сколько на стоит тарелка? Одна тарелка в среднем стоит 1300. 1800. Что, блядь? Всякие разные. 1800, нахуй. Одна тарелка. Чтоб вы понимали, у меня вместе с кухней, нахуй, 1800 было. У тебя нет кухни. Нет, ну я имею в виду, когда вот в Донецке я жил, у меня кухня стоила. Вся кухня полностью. О-о-о. Я, кстати, должен был на днюху заказать себе сумку. Как она называется? Goyard зеленая. Вот эту. Мне ее там по скидкам, не скидкам привезли бы за там 300 тысяч. Но что я делаю? Я покупаю Жигули за 30 тысяч. Саша. Алин. А ну как должна расти? Ты сейчас ее поцелал? Короче, поняли, да? Hermès. Биркин, Platinum Edition, прикиньте. Вот это все с платиной. Ну да, там, короче, там, да, там за 250-300 привезли бы мне ее. Она в магазине стоит 400, а я за полцены сказали, сделают. Ну, в итоге я покупаю Жигули, мне похуй, понял? Каждая деталь. 29 тысяч. Бля, вот эти Биркин сумки, это же вообще пиздец. Тысяч евро на сумка. Документ на кожу, документ на ручку, документ на замок, документ на застежку, блядь. Вакцина отдельно. Я вакцина, да. Прививки на. Короче, я понял. Нужно стать еще популярнее, надо стать мне. И начать общаться и поменять свой круг общения.
просто начать с богатыми блогерами общаться и людьми. И, и всех на свадьбу позвать. И пиздец я буду, блин. Самые дорогие подарки мои будут. Да я шучу-то. Все. Прикинь. Короче, это знаете что? Это одна из тех вещей, которые, знаете куда? В сервант нахуй ставят, да? И в красивой посуде. Ну и потом как-нибудь откроем. На праздник. Но на какой-нибудь. Донаты не работают. Мне донат, Пэй, что там? Ты знаешь? Один из самых дорогих подарков, да. Что там, часы? Адемар, да, это? Конечно, блядь. Красивый пакет. Михаил Джордан, Да, ты вообще, Что это? Кусок донецкого угля. Реально? Так давайте я сейчас не буду... Не, сейчас стрелил. Я просто очень скучаю по дому. В инстаграме. Философский камень. А, минута пошла уже? Это давно было. Неизвестных порвали. Вот все поменялись как будто, да? Макс потолстел, Бусер похудел. Вадя похудел. Ликс такой же. Паспорт прохожего. Кто это там кушает? Ой! Гнись! Я вышла. Ты его испугалась. Роспотребна допомога, помогите! 5 секунд! Да я ничего себе не помогу. Брат, я знаю украинский. О, я был на этом стриме, кстати. В этот момент. Шалом, хлопец. Освещают мой путь. Привет, что ты потребуешь, хлопчиха? Як ты бачу, як ты играе? Шарды просто надо брать. Равшан Саламсу, передай привет Азату Пепинус, 52 школы. 52 школы. Живчику це ебло снести. О, це кай. Хороша. Это добро. А, як он мне пизды дал? Пошла. Долби цього гарного хлопця. Ой, добре. Що происходит? Це добре, друже, добре. А, шикарно. Они чёрные. Осуждаю. Они чёрные, их нельзя бить, они чёрные. Нихуяся. Глеб, это вообще пиздец. Он ревнует. Ладно, это вообще. Ой, блядь! Не всё, брат! Нет, брат! Всё! Заводи! Ах! Маму ебать, братан! Кольцам, всему пиздец! На шарике! Это так и запланировано! Всё, я тебя понял! Базар! Батоны, блядь! Это на свадьбу этот аппарат? Блядь! Ну так, приехал! Очень хорошо было! Очень хорошее! Давай, Саня! Я хочу себе в стримерскую вот такой аппарат купить. Вы в курсе, да? Или я вам еще не рассказывал? Только нам по миниатюрнее найти. Очень-очень хороший пацан. Коготь тигра. А это что значит коготь тигра? Всегда сказано коготь тигра. Сколько подписчиков? Боевые искусства, коготь тигра. А вы умеете типа? Конечно. Я вырыл все кусты, как вырву из дерева. Да. Кору с дерева хочу. Да? Да, да. Вот. Да. Давай. А ну-ка. О, реально. Раздорву я нахуй. Я понял, не, я тогда лучше с вами не буду целый смотреть. Вам уважение. Нет, я не брошу. Я ни за что в жизни. Блогеры? Да. Можно я скажу? Куда? Куда сходите? Скажу подписчикам. А. Мой парень умер сегодня. Мы ходили отмечать. Пишите пресс... Ф. Леонид Барышев. Что? Что он сказал? Что было, Сань? Ты говоришь, что у меня клеится что-то? Короче, я предлагаю ждать часа ночи, когда все на Красноармейке уже рыгать, валяться будут, мы цветы дарим на плечо, в такси и домой. Хороший план, хороший. Да, нас девочки, там пёрнул логер, осторожно. Заносик. Дай поцелую тебя. Хорошего вечера. А ты кухолёсенький. Спасибо, ты тоже красотка.
Че, тебе дать, чтобы у тебя фуражка слетела, на? Вместе с туфлями. Это извините, пожалуйста. Нихуя тебе. Вы что, одинаковые кроссовки такие? Я вас люблю, я скоро приду. Я вам коктейли всем куплю. Вы близняшки? Сколько забрал у них шмоток нога, сколько они у них стоят нога. Я вижу нефура стоит на улице, через секунду лежит, упал. Бабские шмотки тебе не помогут, ты транса, я жесткий мужик.